Можно, давай. Давай. И в объектив. Ну-ка, еще разок. И. И поворот. Сначала влево, потом вправо. И руки на груди сложить. Тоже прямо стоим. One more. Un festejo? Еще, еще. Repeat. Окей. Грито. Сразу Купер поел. Как вообще, мандража не было? Да нет, я готовился просто к матчам. Морально подготовился. И проблем не было никаких. Ну, не за счет, не считая первого матча. В первом матче, конечно, было. Ну, я с ними успел потренироваться еще в октябре. Как раз на мой день рождения был подарок такой, скажем так. Вот, приняли, все хорошо, все дружелюбные. Волнений нет никаких, я же ну, уже играл с этими командами, поэтому я думаю, без волнения будет, если такой шанс предоставится. Ты забил несколько мячей на сборах. Как вообще ощущения? Не знаю, просто помогал команде и делал то, что говорит главный тренер, и все. На самом деле мой переход в команду прошел отлично. Я очень быстро адаптировался. Первый сбор в Абу-Даби, сразу же после сбора приехал в Оренбург на 5 дней. Сейчас уже в Оренбурге я второй раз, город мне очень нравится. И да, по адаптации все очень хорошо. Я чувствую, что я готов морально и физически. У меня очень высокие ожидания на оставшуюся часть чемпионата. И надеюсь, что смогу принести пользу команде. Моя дома, красавица, да? Ну, я считаю, что команда готова к старту сезона. Все, что мы планировали в том числе и пополнению команды, планировали 1-2 трансфера. В результате остановились на варианте то, что в команду пришел из Аргентины Перес, и мы выкупили у «Зенита» Хотелева. И как бы считаем, что команда в этой связи ну, способна решать задачи, которые перед ней поставлены и так далее. Ну, а с точки зрения стадиона, я немножко хотел остановиться, мы зимний трансферное окно, ну, ясно, на стадионе смонтировано, прошла предварительное испытание системы Fan ID, завтра тестовые, ну, по сути, окончательные испытания работы оборудования. Кроме этого, за северной трибуной расширяются входы, устанавливается там порядка, ну, в общем, по стадионе 24 дополнительные точки досмотра для того, чтобы болельщики могли беспрепятственно, ну, проходить на стадион. Ну, и главное, наверное, то, что мы завтра вот в этом углу и в противоположном углу, вот по диагонали, начнется монтирование новых двух табло на стадионе размером 5 на 9 метров. Оборудование все закуплено. Ну, остались монтажные и пусконаладочные работы для того, чтобы более комфортно мы могли видеть то, что происходит на поле, ну, в период матча и так далее. Я в этой связи еще раз хотел призвать болельщиков футбольной команды «Оренбург». Это давайте, чтобы вы своевременно до «Спартака», по крайней мере, максимально оформили паспорта болельщиков для того, чтобы могли попасть на стадион и радоваться, я полагаю, успехам, радоваться футболу. Ну, вот мой призыв.
Понятно, мы можем думать, что мы подготовились хорошо, потом все решает результат. Это значит, когда будет неплохой результат, можно сказать, что у нас удалось хорошо подготовиться на сезон. Вы меня знаете, что, понятно, результат нужен, но мне нужна тоже хорошая игра. Да? То значит, я буду тоже смотреть на нашу игру, как мы показываемся в чемпионате. В чемпионате поедем сейчас играть две игры на выезде, там Грозный и Сочи, тяжелые игры, но я думаю, что мы сможем тоже сделать хороший результат. С дроном, у него же тоже такой же мой.